Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Полина Хрол. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Могилевскую область. О народном единстве говорили 29 сентября на Нафтане. В обществе состоялся единый день информирования. С коллективами Нафтана и Полимера пообщался министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Человек всегда во главе угла. Спокойно жить в нашей стране и развиваться, любить свою родину, воспитывать детей здесь – это основное. Они – Золотой фонд Беларуси. 1 октября в стране отметят День пожилых людей. Мы растем, развиваемся, и выход нашего развития на сцену, то есть мы развиваемся, и возраст не помеха. Перейдем к подробностям. Благоустройство агрогородков сегодня в центре внимания рабочей поездки президента Александра Лукашенко в Могилевскую область. Речь прежде всего об экономических показателях, а также проблемных вопросах. Александр Лукашенко в первую очередь ознакомился с пилотным проектом по ремонту улично-дорожной сети в перспективных сельских населенных пунктах, в том числе с применением цемента. Как доложили президенту, планы в этом направлении не просто выполняются, а перевыполняются. Квадратные метры хорошо, но важнейший вопрос качества акцентирует глава государства. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Сегодня плохо сделал, должно быть 7-10 лет дорога стоять, к примеру, а мы на следующий год начинаем ее опять ремонтировать. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество важнейший вопрос. Я вот думал, будущий год, что, как, надо нам будущий год объявлять годом качества. Все у нас хорошо. И объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный. Но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо. Готовьтесь к тому, что в следующий год – это год качества. Год качества на земле, и в животноводстве, и в промышленности, в сельском хозяйстве, в обслуживании и в дорогах. Традиционно прибывая в регионы, глава государства инспектирует ход сельхозработ. На этот раз в повестке командировки президента также развитие животноводства и рыбоводства. Кроме этого, в агрогородке Вишов Белынического района глава государства встретился с местными жителями. Во время разговора поднимались вопросы поддержки многодетных семей и укрепления мира. В Беларуси продолжают говорить о важности народного единства. Сегодня, когда вокруг нашей страны неспокойно, отчетливо ощущается эта ценность – быть друг у друга. Помогать один одному, вместе проживать сложности и радоваться счастью. Беларусы, как никто, знают цену сегодняшней сплоченности людей. И потому трепетно относятся к ее сохранению. Мы живем действительно в эпоху очень непростых трансформаций, и нам нужно понять, где мы. Кто мы, беларуси, и что нас объединяет. И об этом, конечно, надо поговорить. И вот этот праздник, который мы недавно отпраздновали, он способствует тому, чтобы мы помнили свою историю, понимали свою значимость в мире и ценили для будущих поколений, передавая эти знания нашим детям. В рамках единого дня информирования 29 сентября открытое акционерное общество «Нафтан» посетил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Вместе с представителями трудовых коллективов общества, а это порядка 120 человек, во время открытого диалога поднимали такие важные вопросы, как «Кто же такие беларусы?» и «Что необходимо делать для того, чтобы наш народ никто и никогда не сломил?» Отдельно остановились на том, какой стала Беларусь за годы своего суверенитета и независимости. Сегодня нам однозначно есть чем гордиться. Ключевое – вся проводимая в республике политика ориентирована на людей. Человек всегда во главе угла. Это основной принцип, который глава государства всегда говорит всем. И всю свою жизнь транслирует на все органы власти. Поэтому, конечно, сохранить человека, дать ему нормально, спокойно жить в нашей стране и развиваться, любить свою родину, воспитывать детей здесь – это основное. Несмотря на санкционное давление со стороны западных стран, Беларусь сохранила главное – трудовые коллективы. И флагман нефтехимической перерабатывающей промышленности, открытое акционерное общество «Нафтан» тому яркое доказательство. Невзирая на ограничения и запреты, в сегодняшнее непростое время предприятие смогло найти пути решения сложных задач и достойно противостоять санкционной политике наших оппонентов, что, к слову, позволило заводу выйти на рентабельную работу.
В Новополоцке продолжают работу с обращениями граждан. Как показывает время, это одна из действенных форм работы с населением. Местные власти выслушивают людей не только в своих кабинетах. Чтобы узнать из первых уст, что волнует людей, руководство выезжает на места. Так, накануне в ИЖСах Новополоцка жителями города Большой нефтехимии пообщался глава Нефтеграда Дмитрий Демидов и его заместитель Сергей Шамрила. В нынешний раз в списке людей немного. Несмотря на это, озвученные председателю Новополоцкого горисполкома вопросы широкого спектра. От соблюдения ПДД до благоустройства Новополоцка. Нынешний прием прошел в особой теплой обстановке, что лишний раз доказывает, новополочане не просто любят место, в котором живут, а всеми усилиями хотят сделать его лучше и краше. Позитив, который исходит от таких предложений, в том, что есть понимание, что только сообща, если и люди проявят готовность к благоустройству территории, в взаимодействии с соответствующими коммунальными службами, в взаимодействии с другими службами города, которые отвечают за обеспечение порядка, ну, только тогда мы сможем добиться этого порядка, ну, и сделать наш город еще более удобным для жизни. Анна Латышева – яркий пример патриота своего города. Женщина полна предложений и инициатив по улучшению качества жизни в Новополоцке. Готова не только предлагать, но и притворять задумки и идеи на практике. Так, новополочанке в любимом городе сегодня хотелось бы видеть во дворах Новополоцка побольше новых детских игровых площадок. Высказала женщина и о возможности открытия в одном из самых молодых городов Беларуси еще одного детского кафе. Много с председателем говорили и об озеленении Нефтеграда. В городской среде вопрос актуальный как никогда. И таких предложений поступило немало. Самое главное, что каждый посыл от жителей города над Двиной сегодня городские власти слышат. Озеленение, они работают над этим. И в принципе у нас, ну, не так, что уже там до последнего дерева, но деревья с большего посчитаны. Это отслеживается, это контролируется, вырубка, посадка новых. Мне очень нравится, что в рамках горисполкома проводятся такие встречи, потому что здесь очень приятно общение личное, потому что ты видишь глаза человека, ты видишь то, как он, ну, то есть, чем он дышит, потому что он же тоже человек, так как все мы. И поэтому такие встречи, они очень важны, они нужны, и хотелось бы, чтобы даже было чаще. Но я знаю, что время ограничено, они все заняты, люди. Но мне было сегодня очень приятно общаться с Дмитрием Владимировичем, потому что вот я его так близко видела. Он такой потрясающий человек. Вы знаете, вот, ну, нельзя не сказать ему спасибо за его службу, за то, что он много делает в городе. Отмечу, в таком формате глава Новополоцка Дмитрий Демидов общается с населением один раз в квартал. Следующую встречу с новополочанами председатель проведет в декабре 2023 года. Высказаться же о волнующих вопросах жители города всегда могут посредством работающих прямых телефонных линий. В Беларуси сегодня проживает более 1,5 миллиона граждан в возрасте старше 65 лет. А это каждый шестой житель республики. Создание условий для активной и достойной жизни этой категории населения – основа функционирования национальной стратегии активного долголетия. Ежегодно число тех, кто хочет активно и интересно проводить золотые годы, в Беларуси растет. А раз есть спрос, то обязательно появится и предложение. Так, созданные в республике школы активного долголетия, а их на сегодня насчитывается более 580, набирают все большую популярность. Одна из таких школ порядка 10 лет работает и в Новополоцке. В Институте золотого возраста пенсионеры танцуют, изучают иностранные языки, занимаются спортом и не только. И это лишь малая часть того, что сегодня делает государство для категории населения 60+. В целом, в преддверии Международного дня пожилого человека в Беларуси ни один из них не остается без внимания. Особые слова признательности и благодарности принимают ветераны труда. Подробнее в материале моих коллег. С выходом на пенсию жизнь только начинается. Это утверждение из года в год своим личным примером подтверждают все больше тех, кому за 60. Эти люди, как и многие другие белорусы, оказавшись в золотом фонде республики, хотят быть полезными обществу. Не меньшее желание проживать эти годы активно и интересно. Благо, в Беларуси для этого сегодня имеются все возможности. В стране, начиная с 2020 года, действует национальная стратегия активного долголетия. Отсюда и разнообразие форм досуга, а также поддержание здоровья пожилых граждан. К примеру, в
Новополоцке без малого с десятилетия работает Институт золотого возраста. Каждый из более 24-тысячного палачан в возрасте 65+ здесь может найти не только единомышленников, но и увлечение по душе. Все направления, которые мы открываем, это основная цель, это во благо наших людей, чтобы каждый человек нашел свой интерес, свое увлечение в нашем отделении по душе. Это очень важно. Важно, чтобы люди ушли от понятия четырех стен. Главное, чтобы они находили не только увлечения, находили себе друзей. И не зря же говорят, пока мы мечтаем, пока у нас есть планы, наша жизнь продолжается. Сегодня в Новополоцком институте для пожилых работают порядка 9 клубов по интересам. Все на безвозмездной основе. Занятия ведут гранд-волонтеры. Их сегодня в Институте золотого возраста более 20. Что касается направлений, то наиболее популярная – физкультурно-оздоровительная. Сюда же можно отнести и занятия в кружке бальных танцев «Балансе», где отдыхает и восстанавливается не только тело, но и душа каждого участника института. Нам будет в конце декабря уже 5 лет. Некоторые изначально пришли, уже занимаются, ну, кое-кто там отсеивается, новенькие приходят. Человек 45 по списку. Люди ходят в свое удобное время, то есть не обязательно. Могут, например, год не посещать, потом опять прийти, или там на летний период, то есть как удобно. Вальс, ча-ча-ча, танго и даже бачата. Научить танцевать в кружке балансе готовы всех желающих. В особенности здесь ждут мужчин, но последние пока стесняются. Зато девчонки за 60 выходят на новый уровень в своем увлечении. Начинали с выступлений на всевозможных концертах, после добавилась и конкурсная жизнь. Однако самое главное для танцорок – возможность вновь почувствовать себя молодыми и востребованными. Я всю жизнь мечтала танцевать, если честно. И вот моя мечта осуществилась только сейчас, в этом возрасте. И я очень рада и довольна. Здесь получаешь, ну что здесь, вдохновение, душевность, теплота, комфорт. Все здесь есть. Здесь мы ощущаем себя, ну, как дома. Мы просто живем и радуемся жизни. Наши занятия начинаются с тренировки. И это зарядка, это движение, это для здоровья. Музыка, конечно же, для души. И вот когда наши движения и музыка сливаются в танцы, и если у нас это получается, например, если у меня это получается, то ты, конечно, получаешь удовольствие. Сегодня в Беларуси особенно трепетно и внимательно относятся к каждому человеку, перешагнувшему отметку за 60. Многие из этих людей на протяжении своей жизни честно и добросовестно трудились. Ветеранам труда в эти дни отдельное внимание. Первичка Новополоцкой больницы к поздравлению ветеранов здравоохранения подошла нестандартно. Вместе с молодым поколением на территории больницы высадили каштановую аллею как символ единства поколений и в знак благодарности наставникам за ставленный крепкий фундамент. Наша ветеранская организация насчитывает более 250 человек. Это действительно достойные люди нашего учреждения. И почему именно каштан? Потому что каштан – это символ жизни, это сила, это здоровье. А где, если не на территории больницы, мы чуть-чуть больше получаем здоровье. Ну и, конечно, ветераны, молодежь. Именно здорово, что именно вместе ветераны и молодые специалисты поучаствовали в такой прекрасной акции, как посадка деревьев. Тематическую акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, в больнице продолжил концерт и сладкий стол для встречи. Ведь сегодня тем, кому за 60, так жизненно необходимы наше внимание и забота. Приятные неспешные беседы с коллегами и друзьями, как лекарство для души. Провести такое мероприятие с молодежью, молодыми специалистами – это здорово. Это такое прекрасное мероприятие. Наш правком, наша администрация, они нас не забывают и еще поддерживают, чтобы мы не старели, были всегда молодые. И мы стараемся быть всегда молодыми. Прекрасная погода, прекрасное настроение, люди позитивные, добрые. Такие мероприятия очень важны, так как все-таки ветераны столько опыта нажили. Просто здорово проводить время как-то не только со своим поколением.
Пожилые люди, ветераны труда, гордость и достояние нашей страны. По данным на 1 января 2023 года в Беларуси проживает более 1,5 миллиона пожилых граждан, а это каждый шестой житель республики. Показательно, даже в таком возрасте белорусы остаются в постоянном движении. Порядка 26% пенсионеров на постоянной основе занимаются спортом. Около 15% участвуют в волонтерском движении, а некоторые даже в золотом солидном возрасте умудряются соединять себя брачными узами. В 2022 году таких пар в Беларуси насчитывалось в районе 1000, что говорит лишь об одном – жизнь за отметкой 60+ только начинается. Елизавета Борбат, Антон Лещенок, Сергей Пальцев и Сергей Залынский, телеканал «Звезда». У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь. Я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В Туле прошло заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. Белорусскую делегацию возглавил министр обороны Виктор Хренин. В ходе встречи поднят ряд вопросов военно-технического сотрудничества в формате объединенной системы ПВО Содружества независимых государств. Также участники обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. С докладом выступил и глава Белорусского военного ведомства. Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях страны СНГ должны продемонстрировать единство в военно-политической сфере. Польская авиация снова нарушила белорусскую границу. 28 сентября около 15:00 ВВС и войска ПВО зафиксировали приближение воздушного судна со стороны западной соседки. Спустя 18 минут вертолет пересек рубежи Беларуси и пролетел 1,5 километра вглубь нашей территории. Спустя час ситуация повторилась, при этом углубление составило 300 метров. Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с инцидентом воздух была поднята дежурная авиация. На данном этапе выясняются обстоятельства произошедшего. Учение с миротворческими силами ОДКБ пройдет в Кыргызстане. Это завершающий этап совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство 2023». В ходе тренировки будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности организации, а также оказание гуманитарной помощи. Маневры пройдут с 9 по 13 октября. Первокурсники военной академии совершили свои первые прыжки с парашютом. Перед этим курсанты прошли теоретические занятия по воздушно-десантной подготовке. Прямо после приземления на аэродроме начальник военной академии Геннадий Лепешков вручил будущим офицерам заветные голубые береты и нагрудные знаки. На полигоне «Белая лужа» стартовал отборочный этап военно-патриотического турнира «Вызов принят». Школьники с разных уголков Беларуси пройдут ряд сложных испытаний, которые для них подготовили военные. 3 дня армейской жизни, быт, экипировка, занятия по тактике, ориентирование на местности, психологическая подготовка. На финише ребят ждет обкатка танком и полоса препятствий. Победители пройдут в полуфинал. Это были новости в форме. Смотрите нас в понедельник на YouTube-канале ВОЕН-ТВ Беларусь, медиаплатформе Яндекс.Дзен, в наших социальных сетях и мессенджере Telegram. До встречи!